Значит, Ребрик, главный редактор «Вести садоводы», я очень это самое вас, так сказать, уважаю. Вам, Юрий Васильевич Бродский, за денежную помощь просил поблагодарить и сказать, что он готов выслать вам на всю эту сумму косточек. Это же его богатство. Далее, значит, про призрак Железова. Это вы, так сказать, спасибо вам за эти слова, так? Кому надо, прочет, о чем речь идет. Вот. Мне не уполномочили рекламу делать экспедиции ко мне же, к Железову уже, да? Но все равно, спасибо вам за то, что вы про это. Призрак Железова бродит по Европе. Ну, почти как это, как манифест коммунистической партии. Ну, здорово. Ну, ладно, я о другом. Не замечает Железова даже расположен рядом Институт аграрных проблем и Носинской станции садоводства. Они все знают, зачем Железов. Так, и клоны им не нужны. Не замечают железо института грамотных проблем и медицинской станции. Да и чё? Вот. Так, сидите в своем болоте. Так. Ну, про то, что я Путину обращался вместе с письмами и фильмами и высылал книги, не дошло до этого, до второго нашего президента русского подчеркиваю. Не дошло. Вот, да, это самое, до батьки, до белорусского батьки не дошло. Ну и ладно. Единственное, меня что удивило, что в Беларуси хотя бы мою книгу прочли. И сказали, извините, ваш опыт не годится, как калечили, так будем калечить. У меня официальный ответ есть, да. Я думал, потом, когда фильм создал, я думал, его уволят сразу после такого ответа. Потому что я яркий пример показал, что вся их достижения, это из Польши привезенные саженцы, все, что они могут. Ну ладно, теперь остальное вы прочтете. Это касается рекламы.